Всем привет! Добро пожаловать в Урок на пару. Мама там заканчивает красить, тонирует. А меня уже корни мне покрасили, уложили. Очень красивая укладка. Вот. И потом я вам покажу, мама тоже докрасит, дотонирует и еще подстригут сегодня, да. Что, пока я сижу в телефоне и жду, когда с ней закончат. Все, мы вышли. Мама у меня такая красивая. Ну, ты можешь сзади показать. Что не знаю, такая шикарная прическа. Да, в прошлый раз мне больше понравилось. Потому что было длиннее, а сейчас у тебя короче. Нет, ну, да. Не знаю, что-то не так. Да. Глупости ты говоришь. В прошлый раз я была просто исключительно всем довольна. Да, я и сейчас исключительно всем довольна. Они, кстати, очень хорошо уложили. Мы взяли наш любимый лак для волос, но я просто его взяли. Потому что у нас сейчас не будет времени его заказать, и там я его нигде не могу найти. Вот, Infinum максимальной фиксации, он практически без запаха, то есть те, у кого негативное у меня лично отношение к запахам, вот это очень хорошая вещь, он такой антиаллергенный. И мы идем в волшебном лесу. Буквально аватар. Да, точно. Меняются краски все. Сейчас о, синий пошел. Еще зеленый, желтый. Ну, у нас, знаете, в камере все не так, как у вас. Вот это? Да, сейчас вот новогодний зеленый-красный попер. Фиолетовый. Ну, в общем, идем в таком волшебном галлюциногенном лесу. И тут такие вот, которые я никак не могу понять, что они обозначают. Это вообще как из фантастического фильма. Да, эти вот ребята вообще. Люди в черном. Да. Вот. Идем домой. Слава тебе, Господи. Есть хочется ужасно. Мы с утра так загрузились, потом вот в салоне немного расслабились. И сейчас, да, кушать очень хочется уже. Вот я сейчас упаковываю коробку, в которой будут лежать фотографии, проспекты, страны, города, карты, путешествия и конференции Oriflame. И вот нашла, естественно, и конференцию 2004 года в Барселоне. Это была одна из самых незабываемых наших конференций. Ну вот здесь приглашение. Мы рады приветствовать вас. Ой, мы что, в 2006 году были? Я думала, в 2004. Интересно как. Я так считала, что 2004. Приглашаем вас в Барселону. И вот смотрите, мы ездили, нам всем раздали вот такие проездные билеты. То есть мы даже не знали, сколько стоит там транспорт. Нам просто выдали на 10 поездок. Вот это Т10 по первой зоне. И мы на самом деле до сих пор покупаем такие билеты, то есть они до сих пор там действуют на 10 поездок. Очень была красивая у нас конференция, очень был красивый банкет, и еще нам в подарок подарили набор для выращивания растений. И я дома выращивала, то есть такая память о конференции продолжалась. Еще в течение какого-то времени у меня такое растение выросло. Вот, это была карта метро Барселоны. О, кстати, надо ее, наверное, с собой взять. Большую такую карту я сейчас нигде не могу найти. Не сильно она, наверное, изменилась. Еще, что еще было? Ну вот, мы ездили на этом автобусе, который называется... Как он называется? Хип-хоп или... Еще как-то, я его всегда неправильно называю. Это у нас была такая, ну, как бы, тоже пригласительная открытка на банкет. Это 2007 год, Тенериф почему-то сюда попал. И вот план Барселоны. Да, это карта Барселоны, такая хорошая. Да, тоже карта Барселоны.
В общем, вот так мы путешествовали. А это что за листочек, интересно? Очень интересно, что мы... Это вот когда мы отъезжали. Мы были в августе месяце. Вот уезжали 28 августа 18:30. Что еще у нас такого тут интересного? И вот этот пакет. Кайха, это, я так понимаю, банк. Откуда этот? Или какой-то магазин. Ну, я всегда храню от поездок на конференции в каких-то пакетиках. Что тут еще? Еще какая-то штучка. Таблетница, что ли? Что-то нам такое-то давали. Как она открывается только? Надо посмотреть. Ну, в общем, не знаю, как она открывается. Все было под знаком вот таких цветов. У нас были очень красивые костюмы на гала-ужине. Цветочные такие. И вообще все было очень-очень-очень красиво. Мы еще так и не сходили в... Вот, золотая конференция. Это Анина, а моей, наверное, уже и нет. Ну, в общем, прекрасные воспоминания. А, международный страховой полис. Кто здесь? Фуксик? Кто здесь? Кто здесь такой красивый? Такая геройская геройка моя. Да, моя девочка геройская. Такая молодец. Все вытерпела. Все непонятно что, но поездку вытерпела. Пашка. Ати, красулька ты моя. Красулька ты потулька. И снова здравствуйте. Люди, как трудно выдержать все испытания перед отъездом. Да. Со всеми надо встретиться. А, и... ты про эти испытания? Да. С одной стороны, удовольствие, конечно, общаться. А с другой стороны, нифига не успеваем. Ну, еще да. Завтра у нас эфир будет. Завтра эфир, да, будет. Да, эфир будет. Приходите, пожалуйста, в 21:00 в Инстаграм, как всегда, влог на пару. Вот. А, ну, понятно, что у нас влоги сейчас совсем вообще ни разу не экшен. Я продолжаю строить башни. Да. Чего вы там не говорите, ничего мы не выбрасываем. Да, ну не ничего. Нет, ну я имею в виду, кто-то написал, что там типа все фотографии выбросили, еще что-то. Все фотографии ну на что? Месте. Конечно. Все книжки, ну самые-самые только вот уже, которые ну просто никто не будет читать. Все выбросили, да. Остальное оставили. Все Барби, Лего, все сохранено. Я ничего не показывала, потому что там, да, в принципе, было все разобрано, и я ничего не перебирала. Просто, ну, я чуть-чуть... просто коробки пересортировала, да, как бы. Я вот вам показывала. Ой, Басенька, что ты из Парижа все диснеевское. Вот, скорее всего, завтра я буду уже упаковывать журналы Бурда. Уже. Уже. Ура! В общем, короче говоря, ничего не выбрасываем. Не такое волнуйтесь. Ценное. Единственное, что для нас не выброшено, но я все-таки уже склоняюсь к тому, что надо выбросить. Это каталоги Oriflame. Да неужели? Да, у меня несколько коробок там со всякими конспектами, выступлениями. Это я тоже не... Все сохранено, вы что? А уже тем более наши все... исторические документы. Кто-то написал, эти девушки, наверное, даже не представляют, что, чем они владеют. Мы-то представляем, чем мы владеем. Так что все-все-все. У нас исторический там. Музей нашей семьи. Вот. Да, 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 да. Вот. Да, 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 да. Потому что те, кто переживал, что мы что-то выбрасываем, не переживайте. Те, кто переживает, что мы мало выбрасываем, тоже не переживайте. Все нормально, все хорошо. Все, что наше, все с нами. Да. Вот. Сегодня я съездила с животярками, что я говорила, что геройская, геройская. Иди сюда, Гир. Она с двумя, представляете, девчонками, да, справилась. Съездила. Но только камеру не смогла в третью руку взять. Справки взяла, теперь, ну, остается только уже в аэропорту их обменять на сертификаты. Вот. И вот.
Да, завтра у нас последний полноценный день в Москве. И уже потом будет половинчатый день в Москве, получается. Вот. Ну что, мы постараемся, чтобы завтра мы все сняли и выложили. Ну, что будет, сняли, выложили. Завтра все девчонки будут приводить себя в порядок. Да. А мы с вами обязательно увидимся завтра. С кем-то услышимся. На прямом эфире. На прямом эфире. Завтра точно только один час будем проводить. Да, потому что... Цыгнут. Ну и пишите, какой у вас стиль подготовки к отъезду? Вы все быстро-быстро-быстро за 2 часа до отлета делаете? Или вы начинаете собираться за неделю, за месяц? Ну, я не собираюсь за неделю, за месяц, но списки начинаю составлять сильно заранее. Анька вообще ничего не составляет. У меня есть список. И она его думает. У меня есть список, поэтому Анька оставляет камеры в непонятных местах. Вот, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас крепко. Желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.